Конец года. Самое время подводить итоги. Чем может гордиться производство Акумулит-СА? Узнаем из видео. Ровно два года назад, когда было открытие завода, вот 20 числа декабря, я тогда для себя поставил цель, что ровно через два года я получу все сертификации, которые возможны. Ну, какие могут быть эмоции, когда вот та цель, которая была на тот момент, вот исполнилась? Конечно, это радость, это гордость, что мы смогли, мы достигли. Каждый сертификат, каждый стандарт в отдельности имеет свои особенности. Кошер – это отдельная, 9001 европейский сертификат – это отдельная. Халяль имеет свои особенности. Если говорить про халяль, да, это было, по моему мнению, самый такой строгий и жесткий. Халяль означает прежде всего то, что мусульмане могут спокойно, доверившись ему, покупать данные продукты. Сертификат свидетельствует, что в составе продукта отсутствуют какие-либо запрещенные красители, добавки. Наличие сертификата свидетельствует о безопасности для здоровья, надежности и гигиеничности продукта. Получить сертификат халяль действительно непросто. Это скрупулезная проверка всех стадий производства, документации и состава продукта. Мы осмотрели все досконально. И все склады залезли, весь производственный процесс. И были очень приятно удивлены. И мало того, что мы были приятно удивлены, были удивлены наши турецкие партнеры. Мы когда отправили Турецкий институт стандартов, одну из лучших лабораторий, и когда эту карамель разложили, знаете, как до ДНК, ДНК нашли, они искали, чтобы вообще не было никаких моментов, мы, можно сказать, даже переживали на каком-то этапе, что вот, не дай бог, знаете, как случай, но так глубоко провели испытания и сами анализы, и мы приятно удивились, что такие анализы. Это был вызов для всех, я думаю, и для производителя, и для нас, как органа по сертификации халяль. Но предприятие с достоинством выставило это все и доказало свою компетентность, что они делают хороший, качественный продукт. Процесс сертификации был длительным, так как все образцы, взятые из производственного процесса, были доставлены для испытаний в аккредитованные лаборатории в Молдове и ТСЕ в Турции. Получение этого сертификата является преимуществом для вашей компании, так как открываются новые торговые рынки сбыта, и на основании соглашения о признании сертификатов странами СМИК этот сертификат будет признан в 40 мусульманских религиозных странах. Этот сертификат подтверждает, что компания отвечает всем требованиям производства халяль, внедрила все процедуры и гигиенические требования в производственном процессе. Очень приятно было, когда вот, наверное, во время проверки, уже после нескольких дней вот напряжения, под конец комиссия, вот несколько человек на закрытое совещание по закрытию, аудита, контроля, проверки, нас хвалили. Хвалили, потому что улыбались и сказали, очень приятно, что мы вот нашли такой завод. Очень приятно, что это первый завод, который получает в Молдове халяль. Хороший дебют, удачный дебют. Для нас это, конечно, было очень важно. Так производство компании APL оказалось первым в Молдове, кто прошел все проверки и получил сертификат халяль. Мы закончили оценку, приняли решение о их соответствии с требованиями халяль. Так они получили право получить первый сертификат в Молдове под номером 1. Да, это первый сертификат, выданный нами. Насколько мы знаем, в Молдове нет другой компании, которая осуществляет данную деятельность. Я поздравляю всех партнеров, всех людей, которые любят продукцию APL. Сегодня мы можем сказать, что мы взяли еще одну вершину. Мы получили знак качества, знак высочайшей проверки на экологичность, на безопасность, на эффективность. Это сертификат халяль. Конечно же, все партнеры могут с гордостью показывать этот инструмент и говорить о том, что только в APL такая забота. Теперь точно ни у кого из партнеров или из наших конкурентов не будет вопросов, можно ли доверять продукту компании APL. Можно и нужно. И мы получили еще одно подтверждение этому.